«Крым – это Украина» – такие лозунги сегодня звучали на столичном Майдане Незалежности. Там прошла акция в поддержку нацменьшинств Крыма. Татары и киевляне вышли под флагами Украины и крымско-татарского народа. Митингующие заявляли, они против войны, не хотят также допустить межэтнический конфликт на полуострове. На площади развернули импровизированную почту. Все желающие могли бросить листовки со своими предложениями, как урегулировать конфликт. После акции их передадут жителям автономии. И сегодня же глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров обратился к президенту США Бараку Обаме с просьбой защитить население полуострова от возможных этнических чисток.